Вертолеты. Именно такую новинку принес нам 12 сезон Fortnite. И именно о них мы сегодня и поговорим. Здорово, геймеры! Поехали! Многие задаются вопросом, как же играть на вертолете и как выигрывать. И именно об этом я вам сегодня и расскажу. Во-первых, вертолет нужно забирать как можно быстрее, не вступая в сражение с игроками рядом, иначе вы рискуете остаться не только без вертолета, но и занять 99-е место. Если вы хотите забрать вертолет, то приземляться нужно сразу к вертолету, а не на здание рядом, чтобы залутать лишние 1-2 сундука, которые ничего толкового вам не принесут. А вот жизнь отнять могут запросто. Итак, ты красавчик и ты самый первый на вертолете. Теперь не думай, просто садись с него и улетай с этого места, потому что ты не один, кто хотел себе вертолет. Пусть ребята разбираются сами, а ты должен выиграть эту игру. А как ее выиграть? Правильно, лутаться, лутаться и еще раз лутаться. Но будь готов, что рано или поздно ты наткнешься на другого игрока, и ты должен быть готов к встрече. При этом важно летать в места, где не один и не два сундука, а как можно больше, ведь чем чаще ты открываешь сундуки, тем больше шанс на выпадение классного дропа. А если летать раз в 5 минут к одному сундуку, то, во-первых, ты потратишь много времени, не выпадет ни хрена толкового, и ты сольешь эту катку. И вот ты худо-бедно залутался, теперь пора убивать других. Не бойся посадить вертолет и раздать кому-нибудь отборных пиздюлей. И помни, что всех, кого ты оставил, начнут по тебе стрелять, а вертолет довольно-таки хлипкая штука. И каждый выстрел по тебе отнимает нормально так жизни вертолета. Но помни, что садиться нужно не просто так. Садиться нужно выше игрока, которого ты хочешь убить, иначе пизды дашь не ты, а дадут тебе. А мы же такого не хотим, ведь правда, да? Еще один немаловажный момент – это смена вертолета. Твой вертолет разбили, он дымится, да и хуй с ним, возьми себе новый и живи счастливо. Но может быть и такое, что твой новый вертолет тоже расхуярят очень быстро. Тогда возьми еще один новый. А что, так можно было, что ли? И еще один немаловажный аспект – это late game. В конце, когда осталось мало игроков, все начинают охотиться на твой вертолет, а сбить его с автомата, с дробовика или с пистолета не составляет особых проблем. Поэтому сядь и начинай рашить, ведь если ты не сядешь сам, то произойдет вот это. А я тебе напомню, что при выходе из вертолета дельтаплана нет. Итак, ты сел, а теперь пора рашить. Я думаю, ты справишься. И не забывай, что когда мы набираем на канале 100 подписчиков, мы разыгрываем 1000 V-баксов Fortnite. Сейчас вылезет подсказка на предыдущее видео по вертолетам. Всем пока!